еле, но кто знает, посмотрим. Стартовая пятерка Химок на ваших... Это было достаточно давно уже. Он именно на этой позиции начинал, можно сказать, что вот у Химок есть такое большое преимущество, как три классных больших игрока. Правило, и вот Химки могут забить свои первые очки. В прошлом сезоне были они лидерами по очкам, по передачам, по проценту с игры. Томпсон пока сам не бросает. И вновь попытка была от Артема Комиссарова. Может быть, именно в этом матче команда решили сделать ставку на защиту. Ну, по крайней мере, первые минуты об этом говорят. Да, когда вспоминаешь, как в предыдущем матче один игрок соперника набирает 26 очков за четверть. Да, Евгений Воронов попробовал флоутер легкий. Игры в европейском баскетболе уже есть. Прошлый сезон в рамках Евролиги. Так что Химки сделали это приобретение абсолютно... Один из самых опытных игроков в плане выступления в NBA в истории лиги ВТБ. 9 сезонов, 632 игры. Это действительно показатели фантастические. Да, единственное... О, вот он, этот как стремляется быстрый отрыв, но здесь акцент идет на трешечку. Ну, вот у Тимы пока что не идет. И завершаешь. Желательно броском с двух рук. К слову, еще не сказали мы о баскетболисте, который ранее выступал за Химки. Сейчас играет в составе Енисея Кушин. Сейчас он на паркете. Провел 5 лет в московной команде, но также шанса не получил проявить себя особо. Ну и Михаил... И в Астане, и в Красноярске, и летать на год. Он был одним из лидеров команды как по трехочковым броскам, несмотря на... Получение Мики после подписания Монро стали... ходить разговор о том, что, наверное, у Химок сильнейшая передняя. Янис Тима издали. Вот, посмотрите, не летит у Тимы, ну, совсем никак. Да, причем Тима отличался всегда тем, что он мог забивать с сопротивлением. Это же уникальное качество для снайпера, когда... О, вот и Дасли. Этого чемпионата. Вновь Кулагин с мячом. Секунд остается на атаку Енисея. Якушин. Бам! 3 очка. Подсказывает Анзулович своим подопечным, что было всего 6 секунд. Но такое впечатление, что подумали они, что была всего лишь одна 2 секунды сразу. Интересно, сейчас была борьба против... контакт. Михаил Кулагин. Тоже не точно. Продолжается сражение за мяч. И Дастин Холм. Просто центровой Енисея. Да, просто взял и забрал этот экобол. С другой стороны, это хороший опыт для Ильи Попова. Действительно, поиграть против таких центровых, больших. Ники мажет. Второй бой. В Евролиге, что касается трехочковых бросков, в единой лиге... Да! А вот Михаил... 10-минутка, начинает ее Енисей. Иван Викторов с мячом. Попов чуть было не потерял мяч. Кулагин! Викторов предугадал это развитие событий и уже устремляется в свою атаку. Ему явно есть что доказывать, как и Тимофею Якушину. Кулагин против Карасева. Ой, какой жесткий заслон был. Опытный Сергей Моня появился на паркете. Точка, Михаил! Слишком много вариантов развития событий было в этой атаке. У Ильи Попова была возможность и на Тимофея Якушина скинуть мяч. Публика всячески старается помешать, но обороняются они чисто, без командных замечаний. Но вот посмотрим сейчас вновь за Михаилом Кулагином. Поймал он свою игру и... У Химок это сразу несколько представителей. Это и Сергей Карасев, и Йона Жребко, и Бертанс. Мяч в итоге оказался в его руках. Якушин со средней, и очень уверенно никто. Суперстаром этой команды вначале Михаил Кулагин сейчас... ...игрового времени. Лейтон Хэммонс травмирован. Все-таки большинство игроков Красев. Продолжает давить Химки. Трехсекундную.
привела к этой потере. Немного быстрее нужно новому разыгрывающему Енисею пересекать центральную линию и развивать атаку. Дин, вот не пойдешь. Дастин Хоук, трехочковый. Это что-то. Но атака продолжается. Химки не останавливаются. Букер на чужом щите. И как раз Букер. Довольно плотно встречают игроки Енисея Химки на периметре. Тима. Ну вот Тима. Наконец. Джонсон. Снова. Не могут уже в этом матче рассчитывать на Сергея Карпица, Маколму взять мяч в свои руки. Особенно сейчас, в отсутствии Алексея Шведа. У нас тем временем была замена. Илья Попов появился вместо Александра Гудумака. У капитана Енисея уже 4 персональных замечания. Это тоже тревожный звоночек для Ражана Анзуловича, для хозяев. И Тимофей Якушин вернулся. Блестящая скидка какая на Попов. Сокращают его игровое время. Но игрок вышел в старте, значит, доверие тренера у него есть. Дарис Бертанс в команде лидерства. Янис Тима решается на бросок. Отлично. Уже неуправляемо это доказывают подмосковные Химки. Янис Тима. Шакулагин ищет партнера. Сейчас хорошая возможность для броска. Михаил! Ты заметил, смотри, то, что у Енисея сейчас 4 игрока с российским паспортом. Попов, Балашов. А вот и Джордан Микки. Это уже началась перестрелители Енисея. Медицинский штаб уже поработали с его травмой. Сложный бросок Тимофея Якушина. Мяч. Короткую паузу. Ну и вот сейчас уже за 2,5 минуты до конца третьей четверти у обеих команд по 4 командных замечания. И вновь им нужно быть очень аккуратными в защите. Ох, Джордан Микки. Сейчас скидка на Артема Комиссарова, но совсем не точно. Да. На этом Дастин Хоук. Еще один блестящий пас уже на Комиссарова. И именно там его нашла точная передача Кулагина. Тима против него Викторов не стал атаковать. Обе команды, да, уже спереди. Сергей Давайте. Моня вернулся на паркет. Самое интересное то, что он самый возрастной игрок команды. Ему 3. Участие не принял, и многие посчитали это деньги. Казалось, что против него очень жестко сыграл Джордан Микки, но арбитр не углядел нарушение правил и быстрые 3 очка. Вот. Самое интересное то, что Михаил Кулагин, главный атакующий игрок, выносил мяч. Якушин. Отлично, хватает времени, да! И Якушин с сиреной забивает. Моня, какая двоечка. Скидка на Воронова. Блестящая передача. Кулагин отправился отдыхать. И сейчас, наверное, Енисею будет посложнее искать моменты в атаке. Но еще... Броском с двух рук. К слову, еще не сказали мы о баскетболисте, который ранее выступал за Химки. Сейчас играет в составе Енисея. Учение Микки после подписания Монро стали ходить разговоры о том, что, наверное, у Химок...